Здравствуйте, Олеся, и вас зовут? Олеся. Видите, я просто вангую, да? Кто у вас на плакате вкратце? Конечно же, альянсы. Не, ну понятно, а вот каждого описать можешь? Конечно же, могу. Лода, С4, Аки, ЕГМ. А почему нету там Вилата, Каспера, Матрикса? Они по дефолту хорошие. Ты много играешь в доту? Ну, честно говоря, не особо последнее время. Не особо, но болеешь за шведов, да? А почему не за Нави или там Virtus.pro? Я болею за много достойных команд, но на этом турнире поддерживаю альянсы. То есть остальные, по твоему мнению, они недостойные, да? Они все достойные, но конкретно на этом турнире альянсы мои фавориты. Твои фавориты, понятно. Но я думаю, с такой фанаткой им очень-очень хорошо перепадет в финале или в полуфинале. Спасибо тебе большое за твое художество. Ну и пару слов зрителям StarLadder. Передаю всем привет. Надеюсь на достойную конкуренцию.